канадской провинции Альберта не могут справиться с сильнейшим лесным пожаром. Огнем охвачены свыше 100 тысяч гектаров. Эвакуация населения началась и в соседней провинции Британской Колумбии. Напомню, леса в Альберте горят с прошлого воскресенья. Из-за сильного ветра огонь начал стремительно распространяться. В результате власти эвакуировали целый город. Свои дома покинули более 80 тысяч жителей Форт-Макмюррея. По предварительным оценкам, огонь нанес региону ущерб размером в 9 миллиардов долларов.